развлекательном канале. Мы с вами продолжаем карьеру нашего футболиста. Еще мне очень хочется поздравить Лео Месси, который осуществил 249 голов в лиге, и осталось ему выйти на первое место в истории. По-моему, 253 гола ему надо забить. То есть осталось совершенно чуть-чуть, время у него еще есть. Пожелаем ему удачи, побить еще один очередной рекорд в его карьере. Ну, а наши дела обстоят довольно очень неплохо. Я думаю, я уже надеюсь на то, что в скором времени меня все-таки отзовут в Барсу обратно, может быть, хотя бы на скамейку запасных. Но пока я нахожусь в Альбакете, в аренде, и моя карьера довольна. Смотрите, у нас 5 голов, 3 голевых паса, и карьера, в принципе, идет очень-очень хорошо. Что, идем на России, подумают о какой-нибудь корректировочке по поводу нас. Кто там на моей позиции будет находиться? Наверное, Жирков. Сегодня очень сложный матч. Мы сегодня играем с первой командой на первом месте, которая находится, как вы уже успели заметить. Так что матч сложный. Показывать себя нужно на все 200%. Попробуем. Сложный матч будет. Чего не скажи. Ну что, поехали. Матч в приоритете. Самый-самый в приоритете матч. Оп. Черт, падаю на своем же футболисте. Продолжить. Я продолжаю эту атаку, разгоняюсь, делаю рывок. Бью! Да твою мать! Это видели, это надо видеть просто в повторе. Ах ты черт! Вот смотрите, вратаря и левой ногой, и чуть-чуть прям не доходит этот мяч в ворота. Эх, почти достал этот мяч. Ой, здорово. Ох ты, судья. Я уходил, мне прям ногу поставили. Судья это заметил. Довольно очень опасный момент, между прочим. Просто предупреждение ему. Ну ничего себе, я бы карточку закопал. Это голевая атака была. Я уже был готов просто пробить. Ну что же, сколько здесь метров? Попробую. Показывает меня крупным планом. И пробил, к сожалению, не я. Просто я не ту кнопку нажал. Пас. Парашютиком. Ну а что мне оставалось еще делать? Ну можно было попробовать, конечно, разыграть, но их было там очень много. Хороший удар, в принципе, я сделал, но... Очень замечательно сегодня отыгрываю. Мне жалко то, что я потерял тот момент, когда я мог забить. Обыгрываю. Иду. Ухожу. Что же я делаю-то? Вижу. Продолжаю атаку. Ничего себе, какой я... Гол! Ну бей! Твою мать! Выше ворот. Это выше ворот. Второй шанс. Какой шанс? Какой проход у меня был? Хорошо, и заработали угловой. Показывает снова. У меня три удара. Один створ ворот показывает. Такой навесик у меня был, парашютик. Ой, какой пас. Ой-ой-ой, защитник ошибается. 45-я минута идет, тем не менее. Понятный навес здесь уже мой фланг надо. Хорошо, не доставал этот мяч. Ну, нужно, если бы я побыстрее бежал на пробитие, правда, под левую ногу. Да, какие моменты, а? Какой сегодня футбол?
Пальмас. Да, показывает меня. Действительно, я сегодня, ну, в большей частности, я за последние матчи, ну, вот этот момент просто, ну, убил. Ну, как так вообще? А, в частности, я главная, наверное, звезда сегодня этого клуба, Альба Кейта, но я не собственность этого клуба, понятно. Я все-таки в аренде из Барселоны. Но все равно хочется выигрывать, хочется поднимать клуб. Счет пока что 0, кто-то кого-то захватал за майку. Нужно дальше продолжать. И продолжает ведь, и я могу продолжить. Ах ты, не дошел этот мяч, но было сделано все по плану. Я буду подавать этот угловой. Вообще сегодня, да, очень хорошо играю, весь грязный. Конечно, сегодня еще такой дождик, погода. И вратарь, я вижу, ухожу. И можно пробить, и я пробил, но вратарь увидел это. Увидел это. Да, но это можно считать не удар, это так. Вратарь специально писал замены. Замены. Вот дальний на меня. Я не догоню этот мяч, да, я его не догоню. Это вообще переломило вообще весь ход событий. Не знаю, что написали бы там в новостях. У меня мяч, тем не менее. Я прохожу. Прохожу. И удар. Ах ты. Еще один острый момент. Вот сейчас, что там такое случилось. Замена Диис Крус. А что случается-то? Подкидываю. Как красиво ведь сделал, а? Ведь красиво сделал. Все равно офсайд по ходу дела. Давайте посмотрим. Смотрите, как красиво-то. О, подкидываю. И в этот момент он в офсайде. Ой, здорово. Ой, навес. И уходит этот мяч. Все замечательно. Вторая минута. Страсти дальше накаляет. Сколько Да, моментов жесткий был подкат, сейчас. конечно, был, но за эту карточку не стоит давать. Просто опасная игра. Ну да, здесь просто не так. Вот это получится опасно. О, Были финиш. все шансы забить. Но, к сожалению, фортуны не хватило. Счастья. Удача. Просто удача. Удачи не хватило. Но матч был отличный. И я считаю, что я здесь на все 100% выложился. Вот этот момент просто. Я не знаю, как я здесь не забил. Еще такой парашютик пустил на ворота. И вот этот момент тоже очень удивительно сделан, был отличный пас, и, к сожалению, вот не забили, не забили, не хватило, не хватило совсем чуть-чуть, на самом-то деле, здесь просто оттолкнуло. Моментов было очень много. Сейчас нам, наверное, покажут турнирную таблицу, я, по крайней мере, надеюсь. Да, показывают таблицу, мы сильнее нашего соперника, у соперника всего 13 очков. Так что матч будет. Мы видим, с половины трибуны, половина пустые. Все почему-то держат разноцветные такие. Я даже не знаю, как это назвать. Штуковины какие-то. В целом, тот матч мы отыграли очень замечательно. Я жалею только о том, что мы не... Все-таки я не забил. Очень жалко. Ну да поехали. Соперник, по сути, нас слабее, но соперник говорит о том, что он очень активно начал. Хорошо, вот этот пас на меня. Первый пас. Вижу. Даю. Смотрите, какой замечательный пас дал. Ускоряется. Денис, по-моему, ускоряется, но не догоняет этот мяч. Я уже некоторые фамилии своего клуба арендованного выучил.
В целом, за последние матчи чувствую в себе силы, которые могу раскрыть и буду раскрывать в ближайшие точно матчи. Вот этот удар! Смотрите, как соперники обыгрывают, просто переигрывают наших. Наша защита опять перестала справляться. Странно, с сильными соперниками играть было легче, чем со слабыми соперниками. Смотрите, что делается. Сегодня на матче, вы посмотрите, это почти гол. Не давать бить, ребята, не давать бить. Опасный был момент, вратарь как выпрыгнул, я уже прям перевел дыхание. Еще один угловой, что угловой за угловым. Стор наш ворот. Оп. Ух ты. Да. По-моему, уже 3 или 4 угловых было. Чужие дела за 16 минут игры, а. Что это такое вообще? Пытаюсь уже сам тут что-то помогать в защите. Опять удар по нашим воротам. Что же это такое вообще? Вратарь. Вратарь. Защитник. Кошмар. Вратарь даже вообще не взял этот мяч и потерял. Ну как же так вообще? Я подхватываю. Начинаю разгон. Продолжаю. Ну что такое? Ну почему ты ногу не... Ну, пас тоже не удался. Что-то прям, я не знаю, случилось с нашими игроками. Еще. Да не туда. Куда ж ты... Ну куда ж ты даешь-то? Борюсь за этот мяч. Как удается, так и делаю. Да, вот мой момент показывает, и здесь вратарь просто сыграл отлично. Отлично. И зарабатываю угловой. Было, конечно, это глупо делать, но... Бей! Хоть что-то, ребят. Защитник ударил, то есть не видя куда, но... Ну да ладно. Сложно играть с таким соперником, не знаю почему, но, блин, они реально нас слабее. Удар! Что происходит? Вообще кошмар. Поехали. Продолжаю. Продолжай. Ушел. Ушел ведь. Ну поддержите, у меня скорости не хватает уже. Я подключаюсь. Попробую обойти. Я обхожу. Что это такое, судья? Желтая карточка. Все правильно. Но это было просто срыв атаки. Ну, то есть он понимал, что я уже уходил от него. Вот я от него ушел уже и вот по ногам получил. Замена в нашей команде. Штрафной не я разыгрываю. Удар! Не видел, как там что произошло. Мяч ушел. Сразу же. Эх, мяч еще у нас. Правый дальний. Пытается обойти. Навес, удар. Нет, не было. Вот здесь дай. Вижу, отдаю. Эх, удар. По-моему, там защитника было. Кошмарим их не ворота. Пошла игра. Пошла жара на 80-й почти минуте. Лёта так. По-моему, вообще плечо было. За такие вещи можно, блин, я не знаю, пенальти назначать. Замену соперника. Ну, что ж ты там бегаешь, стоишь.
90-я минута, кошмар, навес. Выбиваю мяч. Ну. Ну и пас. Отлично, ушел. Ну, ребята. Я еще с мячом. Попробую пробить. И на вратаря. Этот удар прошел. И свисток арбитра. А, 0-0. Второй тайм 0-0. Ну, в принципе, лучше так, потому что соперник почему-то у нас сильнее был. В целом, все неплохо вышло. Очень сложный матч был. Не знаю, почему вдруг с того ни с сего команда просто, не знаю, устал, что ли. Здесь вот тоже моменты, конечно, вратарь. Ну, блин, он должен был перчаткой отыграть, а он сработал локтем или чем он там отбил-то. Ошибки сыпались просто одна за одной, особенно, как всегда, в нашей защите. Ну и трансферное окно закрыто, об этом нам сообщается в письме, потрачено аж 55 миллионов. Арсенал там кого-то хочет приобрести. В общем, матч, я так понимаю, впереди нас ждут такие, которые мы должны зарабатывать очки для команды, и я буду стараться это делать. В общем, ребята, на этом мы закончим эту серию. Все довольно очень. Два таких просто супер-атасных крутых матча прошло.